В рамках реализации инвестиционного проекта наша компания продолжает осуществлять мероприятия по содержанию подземных переходов КИО. Как вы видите, в этом переходе по улице Черновола, который ведет к детской клинике «Ахмаддет», за счет инвестора ООО «Максторг-2011» создан по-настоящему завораживающий шедевр. В дальнейшем, при поддержке городских властей, Департамента по благоустройству Киева, коммунального предприятия «Киевблагоустройство», группой инвесторов планируется распространить такую практику и на подземные переходы в Днепровском, Голосеевском, Веснянском, Соломенском и Печерском районах города Киева. Надеемся, что жители и гости нашего города смогут по достоинству оценить нашу инициативу придать подземным переходам Киева комфортный и эстетический вид. Очень хочется, чтобы ни у кого не возникало даже мысли повредить или закрасить это изображение. Давайте беречь наш город вместе. Благодаря команде художников Максима, Владимира и помощников получилось мастерски украсить переход и создать, на мой взгляд, оригинальное изображение Тараса Шевченко, за что выражаем отдельную благодарность. Как тут вообще у нас суд, друзья? Будем перехитрить в зал. Ваня, как?